Добрый день, зрители, подписчики. В общем, ребят, сейчас ездил радиатор, отмыл. Помывал его. Радиатор, кулер. В общем, сейчас что хочу сделать. Мотор я вчера закинул. Сейчас хочу попробовать подставить радиатор. Там мне подписчики писали. Вот. Ну, в принципе, есть там, я так думаю, умные ребята, которым можно советом прислушиваться. Вот, как лучше сделать, как хуже. Вот. В плане того, что я понимаю, что когда надо будет в последнюю очередь уже делать. Вот. Просто у меня здесь некоторые там пишут, балку можно убрать. Ну, во-первых, тут для того, чтобы балку убрать, тут тоже, блин, очень много разных заморочек, которые и задач, которые предстоит сейчас решить. Сейчас я вам покажу. Сейчас я этот радиатор подтяну, затяну с кулером. Примерно его прикину. Ну и уже вместе посмотрим, что будет, как он будет становиться, где что надо убрать, где что надо добавить, отпилить, отрезать. В общем, буду пока сейчас радиатор прикидывать. Смотрите, старый радиатор, он становится на вот этих ушах. Вот уши, одно, второе. Но если посмотреть, сейчас я вам вот так как-то покажу. Если посмотреть, то эти уши, у них нету соосности. То есть радиатор, там по всей видимости крепление свое у него идет. Я-то этот радиатор я ставлю. Значит, это радиатор Хова с двигателя, который 330 лошадиных сил. Потому что радиатор, который стоит с 375 лошадей, вот с этого мотора, в этом моторе 375 лошадей, он в два раза больше. Он по размерам сюда не станет. Поэтому я взял вот такой радиатор. Сейчас буду прикидывать. Крепление у него здесь получается... Вот, тут еще какая тонкость. Во-первых, этот радиатор, он стоит со смещением, он стоит не по центру, а стоит со смещением сюда. Вот поэтому сейчас тут надо хотя бы примерно прикинуть, посмотреть. Мне нужна в основном не вот эта плоскость влево-вправо, а мне нужно расстояние по вперед-назад. Сейчас мне еще надо прикрутить диффузор сюда. И потом все это вместе огородить. Хотя бы просто посмотреть, прикинуть. В общем, ребят, пришлось вот здесь снизу открутить крепление. Потому что диффузор не шел. Здесь идет крепление, наверное, на тормоза. Так, мотор стоит, ребята, неровно. Выдает вот это ухо. С этой стороны не дает пройти. То есть эти крепления, наверное, придется нахрен отрезать. Так. В общем, ребята, смотрите, прикинул я сейчас радиатор. Этот радиатор вниз опустить не получится никак, даже если там поубирать уши, поотрезать. Вот. Ниже его опустить не получится, он по ширине не влазит вниз. Но тут еще, по всей видимости, у меня такая возникает. То есть по ширине, сейчас я дальше отойду, значит, по ширине здесь расстояние получается... 15 сантиметров, 18 сантиметров с одной стороны, 18 сантиметров с другой стороны. То есть в кабину он помещается, по высоте он тоже помещается и мешать не будет под открытие кабины.
Вот. В общем, я принял сейчас такое решение. Значит, все, что я хочу сделать. Я просто буду сюда ставить электрические вентиляторы. Ставить электрические вентиляторы, убирать вот это с помпы, вот эти шпильки. Вот. Мотор останется также на таком же уровне. Почему? Потому что если выше поднимать этот мотор, то вот здесь, вот эти крышки и особенно вот это получается ускоритель помпы, вернее не помпа, а ускоритель турбины, он упрется мне в кабину. То есть заднюю часть коробки надо будет чуть-чуть припустить, а вот эта высота мотора, она так и останется. Вот. А сюда я буду ставить электрические вентиляторы. И все. Крепления у него вот эти. Вот здесь. То есть придется тут ставить уголок. Ну или швеллер. И у него есть здесь отверстия где-то были. Вот эти, по-моему. Отверстия идет, делается натяжка, чтобы его не ломало вот так вот при вибрации. В общем, ребята, как бы так. Вот такая сейчас у меня обстановочка. Все, здесь все подходит. По выходам, по заходам все тут получается, но мотор стоит слишком низко, я же, по всей видимости, на хове радиатор сидит внизу. Ну, что повторяться, в общем, буду сюда ставить электрические вентиляторы, да и все.